Здравствуйте, мои дорогие любители парфюмерии! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вечер, 11 часов у меня, и это прекрасный повод для того, чтобы обозреть вот такой аромабокс от Rendezvous, который называется «Ароматы для уютных вечеров». Здесь 8 ароматов традиционно по 1,5 мл, очень красивое красочное здесь оформление. Внутри вы найдете миниатюрки всех флаконов и также QR-коды, которые можете отсканировать, чтобы заказать какой-то определенный аромат в полноразмерной версии, либо еще докупить себе пробник. Я вам ссылочку оставлю на этот аромабокс, а также на каждый парфюм по отдельности, чтобы если вам какой-то один или два или три парфюма понравились, а не весь аромабокс, вы могли заказать себе пробнички, если они, конечно, есть на рандеву. Также оставляю вам традиционно свой скидочный персональный промокод, который называется 10 Love Shop на 10% абсолютно на весь ассортимент. Он суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Применяйте его в корзине при заказе от 2500 рублей и очень хорошо экономьте на эти денежки, лучше что-то еще себе закажите. Обязательно оставляйте отзывы на товары, которые вы приобрели, вам за это будут начислять баллы в хорошем количестве, а также за каждый заказ вы будете получать баллы, и потом их будете списывать при оплате своих последующих заказов. Итак, давайте приступать. Пожалуйста, оцените это видео, подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Всем желаю приятного просмотра. Надо было снимать, наверное, этот обзор в уютном пледе или в каком-нибудь свитере, но вот как-то вот так вот зеленая футболка сегодня пришлась по душе. Итак, здесь очень много ароматов, которые я не знаю. А точнее, здесь все ароматы, которых я не знаю. Да, я сейчас это вижу. Поэтому мне безумно был интересен именно этот аромабокс. И начнем мы с вами в порядку самого первого аромата от Александр Джи The Majestic Vanilla. Я очень люблю ваниль. Это самая сексуальная женская нота в парфюмерии для мужчин. Поэтому я надеюсь, что мне этот парфюм понравится. Это ваниль здесь с пряностями, а точнее с корицей. Здесь мандарин, корица и бергамот на старте. И корица здесь ощущается очень ярко. Гальбанум, бобы танка и персик здесь в центре. И база — это смола, ваниль, лабданум, пачули и мускус. Я бы не сказала, что это какой-то мягкий, успокаивающий аромат. Да, этот парфюм действительно ароматный из-за корицы, и мандарина, и бергамота. Эти три ноты, конечно, делают этот парфюм, но он достаточно звучный, он достаточно яркий, он совершенно не успокаивающий. Для таких бодрых вечеров, я бы сказала, этот парфюм. Но, конечно, он красиво играет, тут ничего не сказать. Дальше. Атильер Колонь, кафе Тубероза. Второй аромат. Какой необычный аромат. Он стартует кардамоном из Гватемалы, калабрийским бергамотом и сицилийским мандарином. Дальше средняя нота здесь кофе, индийская тубероза, дамасская роза. Дальше в базе какао, бурбонская ваниль и пачули из Индонезии. Все откуда-то, да? Кардамон из Гватемалы, бергамот из Калабрии, пачули из Индонезии, ваниль из Бурбонии. Ну, слушайте, вот это да, точно для уютного вечера. Здесь много кофе и какао. И мне хотелось какой-то кофейный аромат, поэтому я его себе оставлю, пожалуй, и буду его разнашивать, потому что это великолепно. Да, это действительно аромат для уютного вечера. Прекрасно, спасибо большое создательнице этого аромабокса, мне очень нравится. Attar Collection Хаяти. Давайте послушаем этот аромат. Я уже чувствую, как он вкусно пахнет, прям вкусно. Что же сюда положили? Сюда положили много чего именно вкусного. Боже, точно аромат для уютного вечера. Малина, ягоды, ананас в начале. Дальше в середине взбитые сливки, мед, черная смородина, сливы, цветочные ноты и в базе мороженое, ваниль и белый мускус. Господи, вы будете пахнуть так вкусно, что вас захочется скушать. Ой, какой красивый аромат. Спасибо большое. Я тоже его, пожалуй, разношу. С ума сойти. Причем малину я здесь не очень сильно ощущаю, но здесь вот прям какие-то ягоды такие теплые, сладкие. Ананас я не люблю в парфюмерии, но он здесь звучит классно. Взбитые сливки, мед, черная смородина и сливы, ну это тут вообще просто потрясающе. Ансамбль. Мороженое. Ой, я буду пахнуть мороженым. Как вкусно. С ума сойти, как это вкусно. Дальше аромат, который у меня на слуху. Я так мечтала его попробовать. Правда, я не знаю, как он правильно читается. Флорайку. One Umbrella Photo. Один зонтик на двоих. Его очень хвалят, этот аромат. Говорят, что он действительно очень уютный и такой романтичный. Поэтому давайте скорее же его слушать. А чё вы раньше-то молчали, что он такой классный? Тоже оставляем. Боже, черная смородина и цикламен на старте. Чай и рис в центре.
Не ирис, а рис. И базы, кедр белый мускус. Ой, как красиво. Ой, с ума сойти. Я даже не знаю, как вам это описать. Это что-то очень теплое и ароматное. Это черная смородина, но она здесь теплая. Чай вообще очень красивая нота. Я не знаю, что здесь такую теплоту дает. Цикламен, либо кедр. Он здесь теплый. Боже, какой красивый аромат. Просто сумасводящий аромат. Дальше следующий парфюм. Initio Parfums. Прайвс, Рехаб. Давайте слушать. Я в последнее время от Initio столько ароматов узнала. Хотя раньше не знала, и мне был интересен этот бренд. Это унисекс. Какой красивый. Унисекс — это потому, что здесь лаванда присутствует в верхних нотах, плюс бергамот. Слушайте, тоже классный парфюм. В середине ветивер, кедр и пачули. И в конце сандал, мускус и гвояк. Боже, это очень здорово. Это очень красиво. Просто непередаваемо красиво. Лаванда, она здесь такая классная. Она здесь не сказала бы, что прям мужественная. Она здесь просто нежная, ароматная и с бергамотом. Просто идеально сочетается. Ветивер плюс кедр здесь дает мягкой, теплой, нежной древесности. Пачули здесь мягкие. Сандал и гвояк здесь добавляют теплой древесности, мягкой. Поэтому это на теплой мягкой древесине, согретой солнышком, нежная лаванда плюс бергамот. Следующий парфюм, надеюсь, он будет таким же прекрасным, как предыдущий. Кейко Мичири Лоук Хоум. Запертый дома, да, я так понимаю. Надеюсь, я правильно перевела. Даже если неправильно, мне нравится вот это название, которое я придумала. Тоже очень-очень уютный аромат. Боже, как красиво. Верхние ноты — боярышник, она здесь одна. Дальше средние ноты — миндаль, роза, цветочные ноты. Ну, слушайте, прям человек, очень сильно разбирающийся в парфюмерии, создал этот невероятный аромабокс. Миндаль, роза, цветочные ноты в середине, и это очень красиво. База — это белый мед, ваниль, мускус и древесные ноты. Боже, это такая прелесть. Это цветки боярышника, плюс миндаль, плюс мед и ваниль. Цветы здесь есть, но они какие-то очень мягкие и теплые. Нет каких-то кричащих. Но практически в основном это боярышник, это миндаль и мед с ванилью. И все это на древесной мягкой базе. Следующий аромат — Парли Мой де Парфам Вуди Перфекто. Что-то древесное нас здесь ожидает в этом флаконе. Да господи, этот тоже вкусный. Я, похоже, себе весь аромабокс оставлю. Этот тоже очень вкусный. Здесь верхняя нота одна — это кофе. Серединка — это ветивер, база — это кожа. Да, всего лишь. А кажется, что это так сложно. Кофе, ветивер плюс кожа. Это явный унисекс, это очень красиво. Но я это буду носить с огромным, огромным удовольствием. Я даже не знаю, что здесь еще добавить. Кофе плюс ветивер плюс кожа. Это очень мягко. Это и на мужчине будет красиво, на мужчине. Красиво звучать, но мягко. И на женщине тоже будет красиво звучать, но не слишком мужественно. Ну и последний парфюм из этого аромабокса — Тициана Терензи Эклипс. Тоже этого аромата я не знаю. И мне безумно интересно. Пока, конечно, я в восторге. Просто в восторге. Господи, и этот вкусный. И этот вкусный. Здесь ирис, миндаль, лимон, танжерин и ваниль в начале. Господи, это какой-то пудровый миндаль плюс прекрасные два цитруса и плюс ваниль. Опять лимон, фиалка, петитгрейн и белые лилии. То есть опять пудровость плюс лимон плюс чай, белые лилии. И в базе это корень ириса, амбра, мускус, сандал и кедр. Это еще раз запудривается. То есть это вообще пудровость на пудровости. Пудровостью погоняет во всех. Во всех, значит, эпостасиях, да? Во всей пирамиде пудровые ноты. И это действительно пахнет пудрой. И в конце лимон уже уходит, и это просто становится пудрово-древесным. Очень круто. Действительно уютные, очень уютные ароматы. Спасибо огромное создателям. Мне очень понравился этот аромабокс. Буду с удовольствием пользоваться всеми 7 ароматами из 8. Ну вот, все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравилось то, как я обозревала эти ароматы. Надеюсь, вы их прочувствовали вместе со мной, даже не вдыхая их. И создали полное впечатление о них. И знаете теперь, что вы хотите попробовать, чего не хотите попробовать. Ссылочку и на аромабокс, и на каждый парфюм по отдельности оставлю для вас в описании, но советую вам как никогда заказать весь аромабокс, потому что он весь крутой, он весь вам очень понравится. Такого бывает очень редко, что 7 ароматов из 8 я хочу себе оставить и носить. Все, спасибо большое всем, кто досмотрел это видео. Оценивайте его, пожалуйста, лайком, пишите все, что вы хотите в комментариях. У меня есть видео, которое называется «Обращение для любителей парфюмерии», как-то так.
И там я вас прошу написать в комментариях все ароматы, которые вы хотите, чтобы я протестировала с рандеву. Обязательно это делайте, я до этого видео доберусь. И обязательно прям по списочку все-все-все закину в виде пробничков в корзинку. И мы с вами будем это все рассматривать, тестировать. Всех люблю, всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на все мои соцсети, добавляйтесь везде в друзья, на все мои телеграм-каналы подписывайтесь, покупайте у меня после обзоров парфюмерию в 2 раза дешевле, покупайте у меня вещи после обзоров с AliExpress тоже в 2-3 раза дешевле. Увидимся с вами в моем следующем видео. Всем до скорых встреч!